Чё ж ты в чистых штанах усы? Я не уже про дельфовую тут помыла. Не валяшечки все такие. Смотри, это хулиган. Это хулиган, да. Это хулиган. Вот, гляньте, этот хорошо ходит уже. Вот этот хорошо ходит. Ходун. Это девочка. Девочка. Они же привыкли ходить там по ковролину, а тут же скользко. Стал такой красавец. Сел. Все. Находил. Ноги распорядился. Находил. Он устал. Ну, погавкай хоть на кого-нибудь. Не говори, он так на меня лает. Смесь бульдога с носорогом. Некрасивые все красивые. Ой. Вот этот красивый серый, который, этот черный красивый. Те по-своему очень красивые. Красивые бульдога на носороги. Ой, все, улеглась. Ну, покажу его. Это хулиган. Это хулиганчик. Начинай возмущаться. Хулиган, привет. Хулиган, начинай возмущаться. Такой простенький, но из всех самый худенький. Но самый шустрый, самый гавкучий. Вот этот хулиганчик. Хулиганчик. Кто-то уже домой хочет. Ну давай его туда. Домой смотри, ходим. Как он перелазит все. А ну давай это. Давай следующего. Вот это у меня хулиган тоже. Попа большая. На, вот это. А ну хулиган, он прям как король лежит. Он и сам может. Хулиган сейчас похоже. Не хочет. Ну и девочка. Ага. Не, а он назад, да? И девочка. Ну, девочку подсадить надо. Девочку надо полностью тоже. Это же девочка. Грызет, грызет. Ну, они такие хорошенькие все. Зубки у них режутся. Он сидит, кусается там. Жизнь бульдога с носорогом. Жизнь. Это жизнь. Ну такие вот бульдога-носороги тут живут. Да они ж вырастут, пап, ты представляешь, что это будет? Да сколько им уже? Слышишь, врачи? Три недели. Три? А как вчера родились? А он не там сразу. Ну, вот этот тут большой к маме хочет. А че она? Что его? Ладно, доставайте их опять. Затем. Да один уже сам себя сейчас достанет. Так быстро растут. Позвольте. Зачем ты его бьешь головой, а? Ему неприятно, ему же больно, ну, Данил. Ну, странный какой-то ты, Садюгин. Тебе хочет. Вот именно вот этот тут все время. Как плавает, вон как плавает. Такие двое один. Ой, уляглись там. Вот этот большой черный. Вот этот именно маму полюбил. Да? Да. Он там сидел к тебе, так просился, так просился. Ой, мой король. Ну так надо реагировать. Что у тебя лапки такие не сходятся? Что
такой толстый. Что ты же сказала тюлень, это точно. Ну, Глеба тюлень не спит, лично. Нет, не это да ладно, этот никогда не спит. А где же там? А чем он два уля есть? Ну, на, сними. Я это в виде показывала. Ай, да ну очень больно. Ну. Хорошие такие. Все, они уже легли спать. Ой, падает, падает. Куда ты? Карат психанул, пошел, лёг. Я не убедился, но А эти одинаковые, которые мальчик и девочка. Кто-то там ползает, рычит. А этот меня облаял с самого начала. Какой? Да он рычит. Черный? Он прошел сам. Нет, первый такой облаял меня. Да, вот идет, 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 жопа такая. Так сам пошел. Ну бросайте, пошли я крошечку кушать. Баб. Ой, ну вам это, что они, куда-то денутся или что? Покушайте. Они вырастут скоро просто. Ну пока вы покушаете, они не очень подрастут. Кира. Бабуль, ты это заснял? Как бабушка у нас. Ты зафиксировал? Пошла в жопу. А что это такое, мама? Это рыбу она съела? На какую рыбу? Она с мусорки все тянет. Ямы он роет мне. Кабачок вчера поломала. Бедная бабушка. Да, да, так, все. Нет, ну я только. На, ну положи. Давай это. Ложите, и пусть она тоже пойдет покушать. Это самый крупный, кстати. Ну, давай, ложи их, вылазим. А что он такой крупненький? Только руки, все мыть руки. Так, мы вылазим, а вы? У них зубы. Он, короче, зимой ему за пальчик. Все, он хочет уже. У него хорошенький тут два. Ой, ты зеваешь уже, да? У тебя два прям на руках, да? Еще кто-то гавкает. Хулиган? Не, хулиган спит. Вот. Ему мешает спать. Ты гля, Лиза, Лиза. Я говорю, говорю. Ты такой хороший. Ой, ой. Рычит. Ну, вот этих двоих, у самого да, большого, его тоже. И у хулигана. Вот у них... ой, все, разнервничался. У них зубки режутся, псих, они да? Кусают этот. Ну что, пойдем? Ой, ну хороший, всем. Да не, не закрывай. Ну такие вот у нас щенки, ребята. Смесь бульдога с носорогом. Сейчас покажу вам папу, маму. Папа, вот он. Привет, привет, привет. Вот это папа. Вот это папа у нас. Каратик. Хороший мальчик. Вот это вот мама у нас. Зверь невиданной породы. И вот каратик. Ты зайдешь? Ревнивый наш сам. Фу-фу. Хороший мальчик. Каратик, хороший мальчик. Ты красавец. Карат, ты хороший. Ты красавчик. Самый лучший. Пойди, пойди. 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 Фу. Жизнь сменить бульдога на старого. Я могу в комиссии. Вот такой вот у нас там корсы. Фу. Да, ты прекрасный пес. Ты умничка. А у меня есть суп с фрикадельками. Будешь? Ой.
Нет, все, мам, уже это тоже знаем. Давай, ем. Да ну хватит, ну что ты вот так себя ведешь? Я ем все. Да, ты ешь все. Мама, а чуть ты ешь? Ну, по четверо. Я покушаю. На, сними карата со стола. Такой у нас папа. Папанька. И такая вот Кира. А такая крошка. И такая вот мама с крошкой. Кира, где ты? Крытник на меня, не знаю. Короче, ребята, кому надо щенки, пишите. Подписывайтесь на канал, пишите. У нас есть много щенков. Сколько их там? 4, да? Сколько щенков, пацаны? 4, да? 4 щенка, смесь бульдога с носорогом. 2 уже определено, да? Какие, мам? Никакие еще не выбери, убери. Короче, есть 2 еще. Что, разлила? Угу. Ну, ничего страшного. Значит, наливается, но как непонятно кому. Так что, кому надо смесь бульдога с носорогом для охраны территории, там еще чего-то, пишите. Все буде Украина. Всім мира, добра, обнімаю, браття та сестри. Підписуйтесь на наш канал. Давайте, пока-пока. Все буде добре. Так? Ну, це твоя, да? А у нас по розписанню буде та крошечка. Вот это Данила Трёшка.